Всем привет! Добро пожаловать в Пермь, говорит и показывает стадион «Звезда». Сегодня здесь пройдет матч 20-го тура 2-й лиги группы номер 4. Футбольный клуб «Амкар Пермь» встретится с командой «Динамо Барнаул». Дан стартовый свисток. Переходим к составу пермского «Амкара». Никита Решетняк возвращается в ворота пермской команды. У него номер 64. Алексей Губочкин, номер 95. Денис Кайков, номер 4. Иван Маркелов, номер 9. Пределы штрафной площади. Атака, правда, продолжается. Симонов, падение. И что это? Это штрафной. Ну а мы смотрим повтор этого нарушения. Бочаров отдал на Симонова. Симонов действительно до штрафной площади. Ну, смотрим, как сейчас разыграют. Маркелов под удар. Хотел выкатить Тюкалов. Бьет Маркелов. Рикошет. Карюкин. Мяч фиксирует. Налево на Георгия Уридию. Уридия тащит. Сам бьет Георгия Уридия. И выше летит этот мяч. Но удар у него получился неточным. Смотрим повтор. Не сказал я о главном арбитре. Сегодня Станислав Исаев обслуживает эту встречу. 36 лет этому судье. В футболе с сезона 2010-2011 этот арбитр. Здесь может быть момент у динамовцев. Удар по воротам и 1-0. Как неожиданно приходит этот гол. Буквально из ниоткуда он возник. Ну как-то очень легко позволили здесь игроку барнаульского «Динамо» пробить и вообще мяч обработать. Ну и счет становится 0-1. Ситуация не в пользу пермского «Амкара» абсолютно. Есть варианты в штрафной площади. Эх, не в темп. Пошла передача Бочарову. Здесь что? Показывает подниматься арбитр. Симонов возмущен. Мы смотрим повтор. Ну, на самом деле, момент не самый однозначный. Поэтому момент заигран. Подача в штрафную от Тюкалова. Карюкин ошибается на выходе. Бьет на этот раз Губочкин. И мяч летит выше. Снова не дошло до удара у футболистов «Амкара». Подача в штрафную. Еще одна. Удар по воротам. И Карюкин отклеился от защитника. Мощно пробил практически с 11-метровой отметки. Подача от Маркелова. Попытка передачи от Козлова. Момент продолжается. Подбельцев кладет на газон игрока «Динамо», но все-таки не бьет. Бьет сейчас. И Карюкин спасает. И снова опасные моменты. Снова Александр Подбельцев в центре внимания. В первом тайме у него был хороший шанс для того, чтобы забить ворота барнаульского «Динамо». Там спас Карюкин. И Карюкин спасает вновь. Есть определенные проблемы с набором очков у пермской команды в последних турах. Передача. Хороший момент. Какой мяч должен оказаться в сетке? И он там и оказывается. 1-1 счет становится. И забивает, судя по всему, Денис Кайков. А может быть, это был и вовсе автогол. Но счет становится 1-1. Симонов. Бьет Симонов. И что это? Гол! Ничего себе! Роман Симонов! Поражает ворота Богдана Карюкина, ошибается опытнейший голкипер. Роман Симонов отличается забитым мячом, пробил издалека. И Богдан Карюкин необъяснимым образом здесь ошибся. На этом все. Звучит финальный свисток главного арбитра сегодняшнего матча Станислава Исаева со счетом 2-1. «Амкар Пермь» обыгрывает барнаульское «Динамо» и продолжает борьбу за выход в первую лигу. На этом все. 2-1. Поздравляем болельщиков «Амкара» с победой. Никита Миронов для вас сегодня работал. До новых встреч.